Огурцы, помидоры, капуста, зелень. Цены на эти продукты порой очень кусаются. Особенно вне сезон. Огурцы 120 рублей за килограмм, томаты 150, лук, укроп, петрушка 300 рублей. Можно ли сэкономить на покупке овощей и зелени? Можно, если выращивать их самостоятельно. Сегодня в программе «Экономим» подскажем, что и как в обычной городской квартире можно вырастить самому. Дома можно выращивать все. Томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Нет опыта? Начните с простого – зелени. Для начала попробуйте посадить петрушку, укроп, салат, рукколу или мяту. Они довольно неприхотливы. Главное, чтобы было достаточно света и влаги. Еще проще получить зеленые перья лука, чеснока. Проросшие луковицы поставьте в воду или посадите в грунт. Через короткое время можно собирать урожай. Таким же образом можно получить витаминную зелень из моркови, свеклы и редьки. Какие-то маленькие, нестандартные, начинающие прорастать корнеплоды можно посадить в грунт, и они тоже будут давать зелень. А зелень вот этих вот растений, она содержит гораздо больше витаминов, чем в самих овощах. То есть зелень будет более ценный продукт, чем сами овощи. Огурцы, томаты, перцы тоже можно вырастить в городской квартире. Непросто. Но попробовать стоит. Начните с огурцов. Их можно сеять уже сейчас. Для посадки выбирайте сорта, не требующие опыления. Партенокарпические. Растениям требуется много света. В противном случае несозревшие плоды будут отпадать. Поэтому рассаду чаще выносите на балкон, лоджию или выращивайте ее только там. Желательно, да, чтобы было хорошее освещение. То есть, может быть, добавить еще искусственное освещение, то есть лампы какие-то. Получить большой урожай в комнатных условиях вряд ли получится. Но ведь тут главное сам процесс. И согласитесь, вырастить собственные плоды на окошке просто интересно. Ну а если у вас есть приусадебный участок, который засеян лишь газонной травой или максимум цветами, вам сам Бог велел питаться со своего огорода. Даже ленивый дачник, не имея агротехнических знаний, способен вырастить тот же укроп, петрушку или салат. Семена просто рассыпаются по поверхности почвы, граблями их можно заделать, можно даже и не заделывать, полить обильно, и семена уйдут на ту глубину, которая нужна, ну, за счет всасывающей вот этой вот силы воды. Ну и тоже очень простая технология, это опять же выгонка, то есть вы садите тот же самый лук, скажем, какие-то, ну, более-менее крупные луковицы, то есть покрупнее сивка, сантиметра 3-4 в диаметре, и тоже получите очень быстро зелень лука. Начните с малого, и вы увидите, насколько легко выращивать зелень и несколько простых овощей. Экономьте с удовольствием. До встречи! Чтобы ваш кошелек не устраивал сцены, мы в Вивате плющим цены. С 9 по 12 апреля пельмени губернские от фермской птицефабрики по 99,90 за килограмм. Огурчики и помидорчики скатерть самобранка всего по 69,90 за 720 миллилитров. Подробности в магазинах.